Сабир, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как дела? Все нормально. Садись. Что у тебя? Да, у меня с супругой что-то проблемы в последнее время. И посоветовали и обратиться. И слышал, ты гадаешь. Можешь погадать, так говорит, еще посмотреть? Сейчас мы посмотрим, что у тебя. Сейчас решим твою проблему. Так, я вижу, у тебя все нормально. Сейчас домой пойдешь, с женой ты уже не разговаривай. Ляжешь спать, и уже утром, я думаю, у вас все наладится отношения. Хорошо, брат. Если какие-то вопросы будут, позвони, мы решим. Дай бог, кто вопрос. Ты не первый, кто пришел. Хорошо, брат, вот сейчас отдушу. Давай, счастливо, удачи. Ассаламу алейкум. Валикум салам. Тагир, брат, я сделал, как ты сказал, но не помогает ничего абсолютно. Такие же ссоры остались каждым днем и днем, все хуже и хуже. Можешь что-нибудь сделать? Есть вариант? Смотри, сегодня воскресенье, завтра понедельник. Именно понедельник купи соль, вечером согрей, поставь под подушку. И во вторник, я думаю, уже у вас отношения наладятся. Если какие-то вопросы будут, тоже можешь звонить. Чем могу, я помогу вам. Хорошо, брат. Очень надеюсь. Хорошо, так верно. Всего счастливого. Удачи. Валикум салам. Да? Тагир, ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Как ты сказал, я все сделал. Что, не помогает, да? Вообще ничего не берет, но не помогает. Ну мы тебе погадали на картах, погадали что на соли. К тебе приехал или как? Ну давай проходи, осталось нам погадать тебе на кофе. У нас кофе есть. Хочешь со сливками, сливки добавим, чтобы жизнь у тебя была счастливая. Ага, хорошо, давай, жду тебя. Давай.